Житель Чебоксара украл электрический самокат. Теперь 48-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина схватил самокат на остановке театра оперы и балета и побежал с ним в сторону троллейбуса. Возможно, он не знал, что транспортное средство принадлежит службе проката, и по новой мобильной системе самокаты можно оставлять в разных точках города. Но это не спасает его от наказания. Прокуратура Московского района города Чебоксары направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Установлено, что вечером 11 мая текущего года обвиняемый, находясь на одной из остановок общественного транспорта в городе Чебоксары, тайно похитил электрический самокат, прилежащий предпринимателю, оказывающему услуги по его прокату. После совершения преступления злоумышленник на общественном транспорте скрылся с похищенным самокатом, а затем принес его к себе домой. Обвиняемый не учел, что самокат был оснащен так называемым GPS-датчиком, позволяющим отследить его местонахождение, что и было сделано сотрудниками полиции. В настоящий момент самокат возвращен его владельцу.